Про большую пилу, это штиль 660, самая большая у нас. Иногда она нам необходима. Попадаются деревья здоровые, большого диаметра стволы. Приходится пилить вот такой пилой. Шина сейчас вот на ней стоит, 63-я. Такая тоже большая шина, но еще Алексей прикупил 90-ю. Здоровые шины на 90, как самурайский меч. Вот такая вот 90-я шина, огроменная. Вот такой меч. 63-й и 90-й. Вот настолько 90-я шина длиннее. Вообще пила мощнецкая. Да и сама шина тоже мощная. Как и цена. 8 тысяч стоит такая шина. Вот сейчас воткнем эту шину и все перепилим. Шина облегченная какая-то. Вот написано здесь light. Из какого-то легкого материала сделано. Вот здесь вот часть, да? Ну вот, видишь, вставлю. Что-то. Кроем железяки. Ага, по центру, да? Mm-hmm. Ну, в ней около 100 кубов идет, почти 100 кубов. Ну, объем двигателя. Ну, по мощности что-то я не помню. Или 5 киловатт там, 5,2 что ли, киловатт в ней. Наверное, вес сколько вот в ней, фиг его знает. Ну, тяжелая собака, да? Тяжелая, да. Побегать, если с ней целый день, то это капец. Руки отвалятся, наверное. Но целый день с ней никто не бегает. Только для уникальных случаев, когда очень здоровый диаметр ствола. Надо тягать. Натяжку делают, вот, чтобы цепь чуть касалась. На. И не провисала, легко вращалась. Нормуль, давай заводи. Вот масштаб, масштаб к УАЗику. С кабину, блин. Как будет здоровый баобаб, так мы называем тополя здоровые. Покажем вам в действии ее, эту пеленку. Если интересно, следите. Спасибо, что смотрите.